Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Кармическое лунное затмение 25 марта. Этот день многим изменит судьбу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Время затмений вызывает у людей вполне понятный трепет. И ведь их влияние на человека может быть не только позитивным, но и негативным. А произошедшие в эту пару изменения способны напомнить о себе даже спустя годы. Период, когда ночное или дневное светило скрывается в тени, сопровождается перепадами настроения, нередко меняются приоритеты, взгляды на жизнь. Лунное затмение, выпадающее на 25 марта, не является исключением. Однако бояться этого времени не стоит, ведь если провести его правильно, вы получите возможность перезагрузить свою жизнь, открыть для себя что-то новое и навсегда расстаться с неприятными моментами прошлого. Особенности затмения 25 марта. Природное явление, открывающее весенний коридор затмений, будет видимо преимущественно на территории Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Однако его влияние распространяется на все страны и регионы. Знак Весов, в котором в это время будет находиться Луна, пробуждает чувствительность, заставляет людей действовать более эмоционально, ориентируясь на подсказки интуиции, а не на голос разума. Поскольку этот воздушный знак отвечает за взаимоотношения между людьми, вы можете столкнуться с необходимостью принять важные решения, касающиеся партнерства, заключения или разрыва трудового договора, а также романтических взаимоотношений. В эту пару могут достичь пика сложности, с которыми вы сталкивались зимой, вынуждая вас принять окончательное решение сделать выбор, назревавший уже давно. Также это время станет для вас толчком к переосмыслению своей жизни, позволяя понять, какие замыслы или отношения исчерпали себя и нуждаются в завершении. Подведение итога будет даваться вам особенно легко, позволяя отпустить то, что изжило себя, открыть новую страницу своей жизни. Все знамения в той или иной мере являются кармическими, так как происходят на оси лунных узлов, иначе называемых осью судьбы. При этом затмения Луны несут завершение важных событий, становятся временем открытия тайн, позволяют вам узнать то, что долгое время выпадало из поля зрения. Кроме того, в эту пару вы можете неожиданно столкнуться с решением вопроса, над которым работали долгое время. Однако этот важный период потребует от вас соблюдения определенных правил и рекомендаций, нарушив которые вы можете привлечь в свою жизнь неприятности и трудности. Запреты на этот день. День затмения отличается довольно нестабильной энергетикой, поэтому постарайтесь проявлять максимум вежливости и осторожности в общении. Любые претензии и высказывания сегодня могут обернуться длительными сложностями и привести к разрыву отношений. В этот период повышается вероятность путаницы во всем, чем вы занимаетесь. По этой причине не стоит браться за решение важных задач, назначать проведение значимых переговоров. Также, чтобы избежать негативного поворота событий, сегодня не стоит начинать что-то новое, назначать старт важных проектов, отправляться в дорогу, путешествовать и даже находиться на улице дольше необходимого, менять место работы или обсуждать серьезные вопросы с руководством, делать предложение, подавать заявление в ЗАГС, отмечать свадьбу, не искушайте судьбу, проводить косметические операции, посещать стоматолога, совершать какие-либо действия с финансами, включая мелкие домашние расходы. Одалживать и занимать деньги также нежелательно. Не приобретайте, не дарите, а также не принимайте подарков, особенно если речь идет о дорогостоящем презенте. По возможности не заполняйте никаких документов, а если это все же пришлось сделать, тщательно перепроверьте написанное или попросите это сделать человека, которому доверяете, чтобы не допустить критичных ошибок. Как провести день затмения? Несмотря на обилие запретов, день лунного затмения может стать отправной точкой, позволяющей существенно изменить судьбу и добиться исполнения заветных желаний. Это время энергетических трансформаций, позволяющих вам по-новому взглянуть на происходящие события, пересмотреть свои поступки и решения, чтобы привести его с наибольшей пользой. Постарайтесь следовать следующим советам. Займитесь делами, начатыми ранее, доведите их до логического завершения. Разорвите связи, которые уже давно стали для вас в тягость, либо сократите общение до минимума. Измените свои привычки, отдайте предпочтение здоровому образу жизни. Если вы потеряли что-то нужное, займитесь поисками сегодня. Шансы на успех в период лунного затмения значительно выше. Составьте планы на ближайшее будущее. Напишите список дел и перечислите желаемые цели. Кроме того, день затмений идеален для подведения итогов, переосмысления имеющегося опыта,
Однако учитывайте, что энергия дня достаточно нестабильна и может стать причиной конфликтов и агрессии. Чтобы избежать негатива, проводите больше времени в компании близких людей или в одиночестве. Магия затмения. Время полутеневого лунного затмения идеально подходит для проведения различных магических обрядов, привлекающих счастье, финансы, благополучие, способствующих очищению. Хотя затмение будет проходить конкретный период с 7 часов 53 минуты до 12 часов 32 минуты с пиком в 10 часов 13 минут, магические практики можно совершать в течение всех суток. Более того, энергетика затмения начнет уже ощущаться вечером 24 марта и продолжится до середины следующих суток, позволяя вам отпустить весь негатив и привлечь в свою жизнь то, к чему вы стремитесь. Очищаемся от всего ненужного и плохого. Перед проведением практики обязательно умойтесь водой. Далее зажгите любую свечу, поставьте на стол перед собой. После, смотря на пламя, скажите такие слова. Свеча, плавься и сгорай, все беды мои забирай. Все, что поперек задуманного, в огне исчезни, растворись, и жизни моей навсегда уберись, быть посему. Говорим 3 раза. Далее просто несколько минут понаблюдайте за огнем. Представьте, как в нем сгорает все, что доставляет вам сложности и неудобства. Когда свеча догорит до середины, погасите ее и спрячьте до 8 апреля, дня, завершающего коридор затмений. Зажгите свечку, повторив тот же заговор, уже после чего дайте ей сгореть дотла. Ритуал привлечения удачи и достатка. Вам нужно взять стакан воды. Далее, в момент пика лунного затмения нужно держать стакан в руках и ощущать, как меняется ваша судьба, как привлекается в вашу жизнь желаемое. Посвятите визуализации успеха 10-15 минут вашего финансового благополучия. И вот когда вы уже почувствовали, что достигли желаемого результата ритуала, просто выпейте эту воду. Все, более ничего делать не нужно. Чтобы укрепить свое здоровье. Приступайте в момент лунного затмения или во время максимального к нему приближения. Наполните самый простой стакан чистой питьевой водой. Туда положите ложку натурального меда. Размешайте. Далее скажите. Вода от хвори избавит, мед сладостью перебьет. Вода все вымыет и навсегда уберет. Говорим 1 раз. Далее, после произнесения этого заговора, сделайте глоток воды из стакана. Все, остальное можно просто вылить.